Ленинградская область, Кировский район, садоводство Назия. На живописном участке Сергея Игнатьева происходит реконструкция фундамента жилого дома. Алгоритм действий не сложен. Вначале устанавливаются 6 винтовых свай, после они обрезаются, и уже затем дом поднимают на необходимую высоту при помощи домкратов. При монтаже требуется точность вплоть до миллиметра. Особенно это касается горизонтального выравнивания. Для этого используется инструмент под названием нивелир. Хозяин участка в полной мере оценил преимущество винтовых свай. И дом, над фундаментом которого трудятся профессионалы свайного, не единственный объект, установленный на винтовых сваях. Винтовые сваи, в общем, потому что и дешево, и быстро. Тем более, в, в том году поставил гараж на сваях. Мне понравилось. И, э, не так дорого. Это, в принципе, удобно. Удобство свайно-винтового фундамента заключается не только в низкой стоимости и высокой скорости монтажа. Иные достоинства в том, что подобный фундамент можно устанавливать на любом грунте в любое время года. Плюс ко всему, винтовые сваи компании Свайнова это еще и гарантия надежности на протяжении как минимум 100 лет и абсолютная экологическая безопасность.